Нет, это не угловой, прошу прощения, это аут. Но тем не менее, Мальорка продолжает свое наступление. Удар после свистка. Фол в атаке. Фиксируют рефери. Мальорка в атаке. Пока островитяне хорошо держат мяч и продвигаются вперед. Анхель Родригес, передача в штрафную. Прострел, опасная ситуация. Ну, надо забивать. И Мальорка безжалостно по отношению к своему сопернику. В результате нет положения вне игры. Передача. Мяч пролетает, буквально не то, что пролетает, а просто скачет по линии площади ворот. Никто его не выбивает из защитников. Тут пытался помочь своим еще и... Некоторое время он пропустил из-за травмы. Восстановился, готов выходить на поле. Ох, какое ударище! Какое голище! Какая красотища! Вот это да! Ну, на это можно любоваться и любоваться. Это Эрик Ламелло. Он так умеет. Он так может. Он посмотрел и запулил мяч в дальний верхний угол. Причем это удар не на удачу. Он оценил ситуацию. Его надо было встречать, играть плотнее, не давать бить. И все-таки потеря. Потеря... Дани Родригес слишком долго принимал решение. Здесь еще и желтая карточка будет. Нет никаких сомнений. Такой вот прыжок сзади. И это красная карточка. Левая пошла высоко, шипами в колено. На это рефери реагирует. Да, 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 да. Это красная карточка. Так можно было нанести серьезнейшую травму. Думаю, еще секунд 30 команда на поле провести. На вас! И вот момент! Для того, чтобы забить, ну надо же, забивает Севилья и добывает, похоже, волевую победу. Но орок последних мгновений. Решается судьба Мальорки и Севильи в этой встрече. Такая вот развязка. Пойду смотреть, говорит рефери. Вот там сейчас как раз и делают. Ну, а вот потом, после того, как мяч попал в грудь, может быть, Фернандо и коснулся своей левой рукой. Как бы улучшив ситуацию. Судя по всему, отменяет его, да? Отменяет. Реакция местной публики. Отскочила Мальорка. Желтая. Фернандо. Антонио Санчес, переправивший мяч с близкого расстояния ворота после прострельной передачи. Аматон Диае. Ну а гол на 73-й минуте, ответный, Эрик Ламелло, безусловно, стал украшением этой встречи. Удар с левой в дальний верхний угол. Ничья 1-1. Звучит финальный свисток. В концовке пришлось изрядно всем понервничать.